Даже отсюда слышен твой скрип. Ой, опять. Никаких нервов не хватит. И так целый день. Белый, ты вообще не понимаешь, да, что происходит, зачем они это делают, что один, что вторая. Ну ладно, пойдем пить чай. Пойдем. Чё ты садишься? Заходи. Это оборжаться просто. Ну вот так Алиса дружит с сороками. Это не две штуки. И уходят вместе с ней. И ее постоянно подначивают. А, вот уже три. То есть тут просто... И самое главное, не бояться ее, никуда не улетает. Близко подойти не могу, потому что они сразу убегут. Людей они боятся. Игра. Всем хочется поиграться. И Алисе, и сорокам. Ну все, я так понимаю, что Алисе стало это неинтересно, и она куда-то ушла. Я ее, по крайней мере, не вижу. Как же так? Не покормил, а гладится. Лед еще тонкий, не ходи по нему. Иди сюда, я тебе покажу, откуда пить надо. Алиса. Иди сюда. Вот с этой стороны. Иди. Алиса после дневного сна пришла на кухню носом поводить. Опять такое ощущение, что год не кормили. Ну, это понятно. Не обращают внимания. Ей очень интересно. Деловая колбаса. Сейчас какой-нибудь цветок обязательно залезет.
все нужно, все. Все, обидка. Ничего не дают. Что, Алиса, птичка? Алиса смотрит на птичку. Ну, ругается на меня, что я ей ничего не даю. Просто страшный я человек. Я с тобой даже не хожу. Алиса, не трожь его. Алиса! Алиса. Ты разговорчивая. Ну, а сегодня у лисы будет отличный дневной сон, потому что ночью она малек барагозила. Что такое? Нет, к тебе не подходить. Вот именно таким образом у нас начинается утро, побудка. Все вылезают и идут на завтрак. Пойду тоже попью чая, что всем желаю. Белый, ну мы же не можем это не показать, да? Ну пойдем посмотрим. На Алису это просто ржака очередная. К нам приехали, и вот Алиса, она как всегда оккупировала самую высокую точку и отдыхает. Ты чё на чужой машине делаешь? Ну, слезать, как понимаю, ты не хочешь. А, вот так сделать, Даша. Ну, судя по тому, что ты говоришь, это значит погладьте меня за пузо. Нет? Нет, погладьте все-таки меня за пузо, это значит. Несмотря на твои вот эти вот возгласы, это все-таки значит погладьте меня за пузо. Барышня сама не поймет, что хочет. А. Ну ладно, ладно, я пойду уже. Сейчас чуть-чуть за пузо поглажу. Просил уже. Ну все, давай. Счастливо.